конце сезона театр кукол презентовал юным зрителям новую постановку «Один волшебный день». Никакая это не волшебная гора. Это самая обыкновенная мусорная свалка. Свалка? Ну да. А что такое свалка? Ну, свалка. Свалка – это место, куда люди из города весь свой мусор сваливают. Спектакль актуальный на сегодняшний день. Потому как он учит, как все наши спектакли, как все сказки, учит не только быть в гармонии друг с другом, не только дружить, не только ценить дружбу и человеческие отношения, но также учит, насколько важно быть в гармонии с природой. Насколько важно быть в гармонии с природой, в первую очередь, нам, людям. Потому как именно от нас зависит благополучие и нормальное развитие того животного мира, беззащитного животного мира, который нас окружает. Яркие декорации, световые, музыкальные эффекты и, конечно, невероятно забавные куклы, с которыми не так-то просто работать. Конечно же, тяжело, особенно ежик. Медведю тяжело. Но медведю тяжело физически. Вот с куклой, такой большой куклой, этой куклой тяжело работать. Она большая, она как бы громоздкая на виду, поэтому там много сложностей есть. А ежику, этому малоповоротливому, еще сложнее, потому что там такие тонкие, надо тонкие, актер нужно тонкие грани применить. Все иголки отвалились, глазки, ушки отцепились, нету ручек, нету ножек, получился лысый ежик. Зачем ты тут дразнишься? Потому что ты некрасивый и больной, понял? Экология, помощь ближнему, отношения в коллективе, дружба и еще много важных и актуальных тем поднимается в этом премьерном спектакле. Каждый спектакль вызывает определенные сложности, потому что каждому спектаклю необходимо подходить с точки зрения удивления нашего зрителя. Потому как сегодня и сейчас детей очень сложно удивить, очень сложно что-то новенькое придумать. Мы умрем! Что вы, ребята, что вы? Никто не умрет. Мы вместе с вами, все вместе в перлогу заляжем. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Если мы вот так вот будем как бы заботиться друг о друге, хотя бы чуть-чуть, хотя бы там, начиная там с того же места в троллейбусе, ну и заканчивая какими-то большими делами. Закрыть друга, да, и прочее, поддержать. Это очень важно. Если мы научим ребенка с раннего возраста, это будет хорошо. Это будет. С него будет тогда получится хороший человек. Пускай с него не получится великого человека, там, я не знаю, там, космонавта, там, или там, депутата, или артиста, но он будет хороший человек, просто добрый, хороший человек.